Привет всем! Меня зовут Алина Сапраманзе, и я являюсь маркетинг-директором международного круизного клуба InCruises. И в своих видеороликах я вам хочу рассказать о бизнес-возможностях нашего клуба и о возможностях путешествовать на круизных лайнерах. Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами рассмотрим варианты членства с нашим клубом. Как я вам уже говорила в предыдущем ролике, вариант туриста мы уже с вами рассмотрели. Теперь давайте посмотрим с вами вариант VIP-партнерства, потому что именно вот эта возможность приобретения франшизы клуба InCruises вам позволит получить самую вкусную именно возможность. Возможность быть безоплатным партнером и возможность путешествовать абсолютно ничего не оплачивая за свои путешествия. Всего лишь пригласите по вашей реферальной ссылке, которая предоставляется вам при регистрации в вашем кабинете, пригласите по ней 5 ваших знакомых и друзей. Это могут быть просто туристы, либо же это могут быть VIP-партнеры клуба, которые так же, как и вы, захотят развивать этот проект. То есть возможность VIP-партнерства будет вам предоставлять возможность получать доход и возможность именно путешествовать бесплатно. Давайте рассмотрим, как я вам уже говорила, что вы получите при бесплатных путешествиях. Вы приобретаете себе первое, пакет за $295. Приглашайте 5 клиентов, и вместо теперь ваших $100 компания будет сама ежемесячно в дату вашей регистрации класть эти же $100 и превращать их в $200. То есть вы будете иметь возможность раз в год путешествовать, и не только раз в год, от нашего клуба ничего за это не платить. Все очень просто. Вы получаете статус безоплатника. И в год у вас будет возможность иметь $2400, которые вы можете использовать почти один раз в год. И имеете право использовать 100%, что увеличивает вашу финансовую возможность взять, например, путешествие не только лично одного человека, или вы можете поехать в более длительное путешествие на стоимость $2400. Это очень приятный такой бонус, который вы будете иметь от компании. Вот. Что дает партнерская программа? Это франшиза, то есть мы вам предоставляем возможность приобрести готовый бизнес под ключ за $295. На русские рубли это где-то около 20 тысяч. Вам она будет позволять возможность иметь как бы развитие полного бизнеса под ключ. То есть у вас будет кабинет, в котором будут предоставлены все материалы, все документы, все возможности как бы по развитию через, например, Facebook, да, все по клубу. То есть это готовый бизнес, который вы будете иметь возможность развивать по всему миру, потому что тут работает реферальная система. Это новый вид маркетинга, который позволяет, сидя за интернетом, сидя в одном месте, например, или в разных других местах, развивать этот бизнес по всему миру. И у вас возможность будет развивать своих партнеров. Это могут быть абсолютно разные страны, разные города и люди, которые вы когда-то могли заинтересовать, как это мы вот делаем через интернет, а мы заинтересовываем вас для того, чтобы вы могли путешествовать более выгодно, по доступным ценам можете путешествовать бесплатно, если захотите. Или же вы сейчас сидите и думаете, где бы развить новый какой-то бизнес, который новый-новый только начинает набирать сильные обороты, но вы не знаете где, у вас нет финансовой большой возможности, чтобы этот бизнес развивать. Тут у вас за $300 есть такая возможность получить готовый бизнес под ключ в проекте новом, который набирает серьезные обороты туризма и который сейчас становится очень популярным, но проект, который сейчас еще имеет маленький процент ознакомления с разными, в мире, да, то есть это та ниша, которая сейчас абсолютно свободна на рынке, которую вы можете развивать и влиться, как говорится, в нужное время, в нужное место для того, чтобы построить себе многомиллионный бизнес, который у вас есть возможность получить. Давайте рассмотрим доходы, быстро рассмотрим те доходы, которые вы можете получить от нашего проекта. Сейчас первый вид дохода за каждую регистрацию. Здесь мы с вами рассматриваем только VIP-пакеты, которые вы можете предоставлять. То есть ваша будет задача
развить франшизу, да, распространить продажи франшиз нашего клуба. За каждую проданную франшизу вы получаете от 50 до 150 долларов ежемесячно, то есть это доход, который вы в течение месяца получаете, на следующий месяц снова от 150 он возвращается к 50 и так далее. То есть если вы в течение месяца, например, сделали 10 продаж франшиз, то вы получаете 960 долларов. Если вы сделали 5 продаж франшиз, то вы получаете 350 долларов. Все тут зависит лично только от ваших продаж, как вы поработаете сами. Это такой приятный доход, мгновенный бонус. Деньги поступают, что немаловажно, сразу вам в ваш личный кабинет. Вывод денежных средств вы можете осуществить на банковскую карточку, которую вы себе заказываете. Она очень быстро приходит на ваш почтовый ящик, и вы можете выводить, как делаем мы везде, где угодно, в любых банках, обналичивать эти деньги. Например, платежная система Pioneer или HUPA Wallet, как бы, да, она вам позволит удобно и быстро вывод этих денежных средств на ваш счет, как бы, на вашу карту. Или оплачивайте где хотите. Вот в Европе я очень часто ею пользуюсь и совершенно спокойно обналичиваю эти деньги так. Вот, это первый вид дохода. Второй вид дохода – это доход от построения команды. Здесь уже заинтересованность ваша как лидера сделать так, чтобы ваши вот именно франчайзи, люди, которые купили у вас франшизу, сделали то же самое, то есть перепродали как бы эту франшизу своим там друзьям, знакомым. Это могут быть близкие люди, это могут быть абсолютно параллельные люди, которых никто никого не знал. Но зато, смотрите, этот вид дохода позволяет получать от ваших лично приглашенных, сколько лично они заработали в течение вот этого месяца мгновенных бонусов, вот первый, да, которых я вам показывала, столько же и вы заработаете сами. Например, как вот мы показываем в первом рисунке. Первый человек получил от двух продаж, да, франшизы 110 долларов, второй всего 50 долларов, третий получил за три продажи 180. То есть вы получаете в сумме 160 и 180 долларов, как бы, да, это ваш доход, который вы получите в течение одной недели. Это еженедельный такой доход вы будете получать за качество работы вашей команды, что очень приятный вид дохода. Третий вид дохода – то, за что очень многие у нас развивают, очень многим нравится этот вид дохода, мне лично он очень нравится, это объем всей вашей команды, да, это официально, как мы ее любим называть, зарплата, которая платится раз в месяц, 1 числа каждого месяца, она нам начисляется в наш личный кабинет. Учитываются клиенты и партнеры всей вашей команды, то есть это объем продаж, сделанный за весь период работы вашей структуры. Например, если это 300 человек, то это доход 300 долларов, если 100 человек вашей команды, помните, да, я вам говорила, и партнеры, и туристы, они сюда заходят в объем. Это 100 человек, это 1000 долларов ежемесячно вы будете получать за продажу когда-то информации, которую вы предоставили своим знакомым и друзьям. Если 250 человек, это 2500, если 500 человек, то это 5000, если 1000 человек в команде, 10 тысяч долларов, 2500 человек в клубе, 25 тысяч человек, 5500 человек в команде, это 55 тысяч долларов США. То есть, помните, я вам говорила, что рынок у нас абсолютно свободный, и сейчас, если мы рассматриваем с вами, то рынок Европы, это всего лишь 10% людей, которые путешествуют на круиз лайнерах. Рынок США – это 20% людей, которые путешествуют на круизных лайнерах. И рынок России и других стран – это всего лишь 1-2% людей, которые знают эту информацию, которые путешествуют на круизных лайнерах. То есть я вам хочу сейчас показать, что этот рынок абсолютно пустой сейчас, и у вас есть уникальная возможность развития этого бизнес-проекта, и вот сделать там, да, 5500 человек в вашей структуре людей, которые будут развиваться, и вы будете ежемесячно получать такой вид дохода. Таким станете долларовым миллионером, да, как говорится в нашем клубе. Но при этом, смотрите, рынок-то растет, рынок до 26 года, он очень серьезно будет набирать обороты. Я чуть попозже покажу вам это в схеме, чтобы вы понимали, как растет рынок. Ну и давайте посмотрим четвертый, но не последний вид дохода. У нас их 10, и о них мы также будем с вами разговаривать, но это более подробно уже надо посмотреть. Это пассивный доход. Четвертый вид, такая плюшечка, очень вкусненькая. За то, что вы работаете, да, за то, что вы приглашаете людей, вы получаете с каждого вашего туриста, с каждого, который приходит в вашу команду,
и с каждого вашего партнера по $5 с клиента. Это такой пассивный доход с первой линии, то есть 20 человек ваш лично приглашенных, вы будете иметь возможность получать до 20 уровня вниз возможность получения по $5. Если я вам верну вот на этот слайд, то примерно, смотрите, если это 30 человек в команде, то это $100. Если это 100 человек, то это $1000. 250 человек, это 2000. Ну, в среднем, как бы, да, вот этот пассивный доход, он равняется зарплате. Вот если так рассчитать, то сейчас он будет равняться вот именно в среднем вот этой же зарплате, которая вот здесь показывалась в третьем виде дохода. Ну, такой пассив, который вам капает каждый раз, как только вот у вас регистрируется, по $5 вы не успеваете... Не успеваете просто чистить вашу электронную почту с сообщениями. Поздравляем, вам только что заплатили. А такое вы будете иметь, а вот именно каждый день иметь такую возможность получать такой доход. Но вот эта программа, которую я вам рассказала о четырех видах дохода минимум, их всего 10. Более подробно тоже рассматривайте серьезный маркетинг-план в нашем кабинете. Он также в доступе открыт, можете поизучать там. Ну а напоследок хотела бы вам показать программу быстрого старта. Это программа, которая действует только для вновь регистрируемых людей. То есть, как только вы регистрируетесь, вам дается 90 дней с момента регистрации сделать программу, пригласить 30 VIP-партнеров, 30 человек, 30 клиентам продать программу франшизы. И за это вы получите премию от компании порядка $3000 за выполнение данной программы. И такая программа есть только, как я вам говорила, у вновь прибывшего человека. Посчитайте себе, пожалуйста, доходы предыдущие, которые я вам показала, если вы сделаете 30 человек, и посмотрите, какую премию вам компания еще даст за то, что вы помогли нашей компании развиться. Вот это такой приятный, очень приятный такой бонус быстрого старта, который есть у вас. Ну и как я вам обещала, я вам хотела показать рост тенденции круизного рынка. 2018 год еще пока данных нету, но вы можете посмотреть, как этот рынок рос с 2003 года и по нынешний вот именно год, насколько этот рынок набирает обороты. И если говорить уже о тенденции роста, я люблю очень статистику, считаю, что если... смотреть вообще программы статистики, то можно понять бизнес, как бы, да, насколько он будет активно развиваться. До 2026 года 97 новых судов еще в нашем мире построится. Сейчас их, в принципе, в среднем 410. В нашей базе вы найдете 186 круизных кораблей. 53 миллиарда инвестиций вкладываются в то, чтобы построить вот эти круизные корабли. И самое приятное, что 82% туристов, которые были однажды на круизном корабле, захотят возвращаться вновь и вновь на этот вид отдыха, потому что они понимают преимущества данного отдыха, о котором я с вами говорила. А для вас это, как для бизнесменов, очень большой плюс, потому что это показывает, насколько выгодно вашему... ну, при продаже, насколько выгодно, да, иметь вот такого долгосрочного клиента, как говорится. Поэтому это очень приятные вот бонусы нашего клуба. Ну и факты, о которых я вам говорила, сколько денег вкладывается в круизный бизнес, $3 триллиарда, что это очень богатый вид деятельности, богатый бизнес, и который сейчас находится еще только в самом начале роста своего. И у вас есть сейчас именно такая возможность начать развивать этот бизнес. Все, как говорится, в ваших руках. Ну и так, если вы приняли это решение, приобретайте себе этот пакет либо круиз, либо туриста, либо пакет VIP нашего партнера. Это вы можете осуществить любым способом оплаты онлайн, который вам будет только удобен в нашем кабинете. Регистрируйтесь по реферальной ссылке того человека, который вас пригласил. Он вам ее предоставит. Зарегистрировались, оплатили. И начинайте делать те шаги, которые будет вам рассказывать тот человек, который вас пригласил. Потому что велосипед не надо изобретать, он уже давно изобретет. Сделайте первые шаги и начните всего лишь строить этот бизнес, либо путешествовать по всему миру на круизных кораблях. Поверьте, вы останетесь только в самых наиприятнейших именно эмоциях. Итак, добро пожаловать в наш круизный клуб In Cruises. Всего хорошего и до новых встреч! Я надеюсь, та информация, которую вы услышали в моем видеоролике, была для вас актуальна и полезна. А если у вас возникли вопросы, напишите мне, либо напишите тому человеку, который пригласил вас в наш клуб. Надеюсь, вам понравились мои ролики.
Если это так, то подписывайтесь на мой канал и ждите новой информации. А так, до новых встреч и всего вам хорошего!